Моя бабушка говорила, что если мужчина заходит в дом без цветов или еды, значит, это не твой мужчина. И только с годами я поняла, что это, блядь, реально так. Пиздец. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А мне мой дедушка говорил, что если у чаечки на лице имеется какой-либо металл, то, скорее всего, она магнит. Вот, и не живая, да? Вот. Я думаю, вы поняли, да? Аллегорию, в принципе. Вот там бабушка, дедушка говорила, как бы, и так далее. Блин. Ну, я понимаю, что как бы там что чаечкам хочется, хотелось бы, чтобы там им приносили все к их ног, ногам кидали. Они же каждая в душе королева, каждая богиня Афродита из пены вышедшая и так далее. Ну, блин, вот понимаете, вот насколько нужно, чтобы было ЧСВ, ты понимаешь, как бы, да что, вот, ну сколько там, наверное, на планете Земля людей, там 8 миллиардов пускай, да, там, как бы, пускай условно половина женщины. Я из 4 миллиардов, я одна королева, как бы, да, они ж не признают никого, кто там еще королева, я королева, мне все должны все нести и так далее. Представляете, какое ЧСВ. Нет, я, допустим, вот, вот свое мнение скажу, я как бы мужчина нормальный, адекватный, как бы, да, вот, полноценный и так далее, но я понимаю, что я один из 4 миллиардов, конкуренция, у меня даже не то, что у меня мультиконкуренция, да, как бы, вот и все, там нет, там понятия конкуренции нет,